Первая СКА-песня. Слушайте, вообще интересный формат концерта. Мы впервые на таком мероприятии. Добрый день. Я надеюсь, лавочки вам не помешают трясти головой, кричать и вообще хорошо себя ощущать. Первая песня, СКА-песня «Марш муравьев». Хочу обратить ваше внимание, что у меня в руках инструмент – яйцо. Это не куриное яйцо. Во-первых, потому что оно зеленое. Во-вторых, потому что пластмассовое и так далее. Поэтому не хватайте себя за сердце. Все хорошо. Следующая песня с романтичным названием «Дракон». Фальшивого счастья. Завистью прикормили соседа. Разрывать, как без зеркав на части. Ярых жителей нашей планеты. Жителей нашей планеты.
нашей планеты, жители нашей планеты, ярость жителей нашей планеты, ярость жителей нашей планеты, ярость жителей нашей религий, современных религий, современных религий, догмы современных религий, догмы современных религий, догмы современных религий. Если ты убьешь дракона, сам становишься драконом. Но по голодным вселенским законам, по законам справедливого трона, если ты убьешь дракона, сам становишься драконом. Следующая песня с таинственным названием «Некто вы». Песня увеселительная, поэтому в путь.
как малые дети. Глаза открываются и вопрошаю, кто это прячется в искусственном свете? Вы думаете, мы боимся чего-то? Врать нам имеете неосторожность. Понятие «раб» ходит слово «работать». Мы вам предоставим такую возможность. Вы думаете, мы уснули навеки? Вы думаете, мы в темноте захлебнемся? Блевотиной жизни в оконах аптеки? Что-то вас не слышно. План ваш таков, города зомби, деревни дураков. Мы не поклонимся лживой юстиции, нас всех не потравят по византийской традиции. Ну вот, что-то уже такое вспоминается с рок-концерта. На самом деле, мы сегодня первый раз вообще в истории нашей группы играем на акустиках, и это как-то даже, ну, необычно для нас, да, так чуть-чуть. Ну да, у нас был опыт однажды в телепередаче сыграть две песни, но вот так на публику, на сцене, в общем, впервые. Ну, очень, очень прикольно. Привет. Благодарим вас за внимание. Следующая песня. Ни к чему не обязывающим названием «Мировоззрение». Надо бояться Бога. Бога надо любить, как брата или как отца, но не строгого, а справедливого. Время пенатов любили и почитали. Они бились челами без устали, нас не за этим в мир отпускали, чтоб нас бесы совести лузгали, как лесные орехи. Ядра в нас покрепче пушечных, не для бесовской жгучей потехи. Сотворили людей в неигрушечный спор, бесник человек держит ответ за грех первородный. Год за годом, за веком век, как же в древности жил он свободным от страха перед Творцом. Жизни не надо ползать, это богат.
Ручки умойте, сегодня ваше дело. Ну что, следующее увеселительное для хулиганья. Следующая песня. Бегом! Спасибо вам большое. Наш сет подошел к концу. Спасибо, Мосвекфест. Спасибо людям, собравшимся здесь. До новых встреч. Спасибо, Плана Ломоносова. Друзья, вам понравилось? Отлично! У нас прям такое специальное механическое переключение сейчас будет. Помошились, попели немного, потом включим голову и последний на сегодняшний день лекция. Ну а потом еще группа «Анно-Но» и «Маша и Медведи».